Леш. Сейчас я не вышел еще. Да. Что, играем? У нас Локи. Локи у нас заебись. Это прям тема, бля. Локи, бля, смертелки, бля, охуеть. Фуриоза, вот это KCDQ Фуриоза. Постоянно бегает, да, или что? Дамаг и все остальное. Стан не отрабатывает на нем. Вон он пришел. Просто свалил. Все, вот в шифте меня убил. Приколист. Молодец. Вон он носится. О, Фуриоза. Да. Его титанами надо пока проигнорируем. Ну, я так и делал в прошлый раз. Не-не, он убивается. Нормально убивается. Скользит только немножко. Ну-ка. Я его еле убил. Вдвоем убивали. Втроем. Да. Втроем. Ну, я ж там на Диметре был. Давайте его в это самое вынесем, иначе он всю команду свалит. Там бедвир. О, он бедвир, он на да. бедвире. Я его застанил. Ой, как он носится. Шифтит. И щит у него, смотри, уже все проработал. Ну, он пока не могу. Да, я стреляю в него. Да не могу. В смысле, не можешь? Он застанен, ну, я разряжен был. А. Все, у него щит сейчас кончится уже. Кончился. Еще и рук, ё-моё, еще и еще один фуракс, кстати, тоже. И на этого. У тебя есть? Раз, нет. 47%. Блядь. Ох ты, опять щит у него включился. Так, давай, сейчас где он добьем. Там? Опять щит включился. Слева, да, у него, кажется, 2 секунды щит. Блять, Тора нет у него, кого, да? Надо его все убить. Или все, его. Забрали. Забрали. Провоцирую. Еще один бедвир идет. Никеть мыть, мыть, будь, что-то там. Слева. Угу. Шел. Блять, опять этот фурчоза, он. Да. На догоне бесконечный щит. Угу. Петух, блядь. И инвиз он видит. Ща, ну, вот они тут смотри. Ух, отлично. Молодцы просто, парни. Собрались там, вышли на меня. Где он? Одной строй, да, все на крыше? Ага. На крыше. Он, короче, все пробивает. Блять, а у нас нету, да, против щитов. Я сейчас вылечу. Что, вы не можете пробить? У него бесконечно. Да, у него постоянно включается моментально. Даже наполовину сбивается. Где он там? Втроем хуячим, похуй ему. Ща. Поработаем по нему. Ага.
Такой урон на бирже, все, видишь, не сбивается. Ну, давайте хоть урона понабьем. Разобрал меня, гандон. Два раза, блядь. Так, ну что, надо вплотную тогда к ним подходить? Да. Надо что-нибудь с пробитием щитов, наверное. Остальных надо сливать, блядь. А там уже он один остался. И до раза, блядь. Записываешь, да, Лёха? Да, конечно, конечно. Добил, блядь, меня тоже, так у меня кризис с пробитием щитов, сейчас подловлю его. Подловил, пробивается с пробитием. А, отлично. Угу. Нихуя, молодец. Так, еще разок. Блин, он прячется там. Не-не, он пятится. Чуть-чуть, вот так, ага. Вот. Да, забрали, блядь, и дараса, блядь. Гандон, бля. Еще Титан вышел. Есть. На чем? На Титане, что ли? Нет. Титан не был. Что на этот раз? Хоть без щита, бля. Ача-коча. Ну давай. На-ка. Все. Ломался чисто. Это ты вот этим, да? О, да, сейчас он, блядь, будет летать. Не заряжайте его. Мне его главное подловить. Сразу взлетел, смотри. А есть, да, у тебя пробитие щитов? Да, тут на кризисе. Да. А все, он не стал взлетать. Понял, не, его. Кто-то не, тоже не, пробитие не стал взлетать. Сделал. Видишь, они выходят. А, вот еще, еще, вон он. Сука, весь интересный. Вот что тут с мозгами, а? Вот интересно мне. Сейчас берем то, что видит инвиз. Что он думал? Да он и так накололся просто на мою эту самую. Я на опережение ему сделал и все. Ибо нефиг. С читами играть. Ну, блин, ну хоть бы просто банальную умелку какую-то включил с мозгами. Так, и Нике Тамере, да, там был второй еще. Еще один был, что ли? Да. Так, сейчас его тоже в банк. Восемь тысяч побед, 35 тысяч кубков. Да, пожаловались. Бидвир. Пожаловали. МК-3, 4 ангара. Ай.